Леонид уже известный. Спасибо большое за донат с текстом «Лола Тиш» или «Привет 2011» и «Снейл Кик». Давайте послушаем. Может быть, шикарная музыка. Ля. Они же есть у тебя уже. Розовые волосы. Голубые волосы ты мне не предлагай. А, ну голубые не годятся. Я не бывший муж Мадонны Ричикай. Если хочешь заиграть со мной, то это знай. Лучше пригласить меня в таверну на чай. Все хотят слова Тиш. Ну, тут рифмы буквально... Просто все, что в голову первое приходит, то и годится, типа. То есть, ну, я не знаю, может быть, у меня сейчас настроение просто не то, но, как бы... Подружиться, а нам очень шашлык, пепельница. Если думаешь, скорее от меня, то перекрашу... Типа, фрики бывают забавные, интересные, здесь как будто все предсказуемо. Хуйня и хуйня, и чё? Микрофон сломался. Кошатиться с тобой. Ты не вкус, тебе не тягаться со мной. Я из-под тишка тебя достану. И скорее, Лола Тиш, я стану. Розовые волосы, баллончик и пожар. Лола, ты красива, ты суперстар. По-по-полосы, по-по-полосы. Я хочу себе розовые волосы. Бля, не знаю, ну, типа, это должно быть чем-то таким, что ты как мемное говно напеваешь, но... На меня это даже в таком контексте не срабатывает, если честно, почему-то. Не как ультрафиолет или... Лейбл Loud Music. Не Анжела Лондон даже написано. Бля, подожди. В смысле не Анжела Лондон? Блядь, я думаю, это все-таки Анжела Лондон. Блять, или это другая какая-то, типа, фричка, хуй пойми. Надин Париж, блять. Фрик-поп какой-то такой. На Евровидении. Блять, после стрима Радио Тапка. Ультрафиолет. Тут Махоуна. А вот оно чем.
То есть какая-то связь с Анжелой Лондон там все-таки есть в виде какого-то такого фрик-продюсера или что-то в этом роде? Кондиционер. Понятно все. Ну хуй знает, бля, вроде бы это работает, но вот в данном случае это на меня не сработало уж точно. Может быть, просто, ну, может, у меня настроение просто какое-то такое пожилое. Вот. Ну, типа, ну, блядь, происходит хуйня, просто все на отъебись, все подряд. И девица просто творит какую-то обычную хуйню. То есть, понимаете, хуйня бывает лютая, какая-то ебанутая, странная, стыдная или хоть... Ну, а здесь просто хуйня, и все. Ну, то есть, и весь трек он такой же. Типа она, не знаю, не бросается на людей, не показывает жопу, короче, там, проезжающим машинам, не... Ну, просто нарядилась в странную хуйню и ходит, типа, чтобы люди охуевали, ее просто снимают на детской площадке и на улице. То есть, ничего не происходит интересного. Вот. Ну, может, оно и хорошо, но... Прям вот в моем представлении так.